Итак, друзья, всем привет! С вами снова Лена. Конечно, хандра моя длилась недолго, но я все равно за кадром. Хочу вам показать, что стало с лилиями. Сегодня у нас, по-моему, 27 ноября. Вот. Сажала я их в горшки, по-моему, если мне не изменяет память, в конце сентября или в начале октября. Я ссылку на видео оставлю, посмотрите, кому интересно, кто не видел. Ну и, собственно, вот, вы видите, что некоторые вытянулись очень сильно. Вот одна вообще практически на все окно. Вот, и одна уже цветет. В принципе, у всех у них есть бутоны. Вот, единственное, что одна лилия, она вот... У нее тоже были в начале бутоны, но потом макушка засохла, и сбоку пошли вот такие вот непонятные ростки. Но пока она зеленого цвета, пусть будет так. Может быть, я ее попозже выкопаю и посмотрю, что вообще с луковицей. У одной пошли вот такие вот боковые побеги. Сколько там их? 4 штуки, и как бы... Мы пока с ними решили ничего не делать. Ну, раз они растут, так растут. Если их отрезать, тогда они могут погибнуть. Ну, то есть маленькие луковички могут загнить. Вот. Ну и, собственно, что? Вот они вытянулись, у всех бутоны. Ждем, когда будут цвести. И вот одна цветет. Она как бы такого кремово-оранжевого цвета, но... мелкая и не очень-то симпатичная, но я думаю, из-за того, что она в горшке. Это, по-моему, махровый сорт, то есть у нее, видите, лепестки в два ряда. Вот, ну, пока вот так вот. Дальше видно будет. Покажу, наверное, уже, что будет еще, наверное, через месяц. Ну, я жду того, что все они отцветут, я их обрежу и поставлю куда-нибудь в прохладное место и прикрою, потому что все-таки перезимовать они должны успеть у меня. Вот. Кстати, у одной очень прикольно, я раньше такого не видела, у нее махровые бутоны, сейчас попробую показать, мохнатые как будто. Видите, такие волосики на поверхности. Так странно. Такого раньше не видела на лилиях. Ну, в общем, вот они вот так вот пока готовятся к цветению. Одна цветет. Посмотрим, что будет дальше. Привет, друзья! У нас сегодня где-то 6 декабря. И вот я вам хочу показать, что зацвели еще две лилии. Рыженькую я вам уже показывала. И вот она наклонилась, потому что вытянулась, и тяжелый цветок. Вот такая вот распустилась. Обалденная она, крупная довольно-таки. Рыжая она была мелкой. Вот эта вот рыжая, она мелкая и не особенно как бы крупные у нее цветки. А эта прям очень крупная, но она вон вытянулась, она не сломалась, просто согнулась и вот лежит. Я не стала с ней ничего делать, а то еще сломается. Вот. И еще одна сегодня распустилась, такая розовенькая. Сейчас попробую поближе показать. Не знаю, как освещение будет. Ой, надеюсь, было видно. Она такая нежно-нежно-розовенькая. Вот. И сейчас жду, пока вот от этой отпадут лепестки. Отрежу головку и буду ждать, когда засохнет, собственно, ствол. И после этого обрежу его и поставлю куда-нибудь в темноту. Вот. И, ну, остальные то же самое жду.
жду, вот, жду, одна вообще вытянулась чуть ли не до потолка. Вот, и единственное, что с двумя линиями такая странная вещь произошла, но это я пока не могу объяснить никак. А на одной вот были бутоны, но они засохли. Вот они. И, но она выросла, и все с ней нормально. А вот вторая, она, видите, какая странная. У нее были бутоны, бутоны отвалили, ну вот засохли, отвалились часть. Основные листья, которые были вот широкие, они засохли. Видите, все отваливаются. А вот между листьев из, как это называется, почек, или там есть такие маленькие луковички вырастают между листиками. Вот из этих луковичек выросла ботва. Вот тоже пока я не знаю, что это такое. Возможно, что луковица погибла, а это, не знаю, какой-то способ выжить у нее. Ну, не знаю, пока смотрим, что происходит. Это такой эксперимент в этом году. Вот еще три лилии. Вот эта вот длинная, которая вытянулась. И вот эти две в углу, они тоже должны зацвести. Вот эта вот самая угловая, у нее уже есть бутон. У этой пока нету. И у длинной тоже пока нет бутона. Ну вот, пока вот так. Дальше буду показывать.